утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. И вышел младший Иван-царевич. Ой, здравствуй, краснодевица Шуня. Здравствуй, Коксик. Ой, какой ты нарядный. А, вот, посмотри. Да. Я играю в Иван-царевича. Вот сейчас пущу стрелу каленую на все четыре стороны. И попадет она в болото, прям к лягушке. А лягушка потом станет царевной. Да? Да, самый прекрасный на свете. Ой, а ничего у тебя, Коксик-царевич, не получится. Это почему это, а? У Ивана-царевича получилось, а у меня, значит, нет. Что-то я не видела, чтобы лягушки по снегу скакали. Я тоже не видел. Подождите немного, скоро станет тепло, и они сами появятся. Всем доброе утро. Здравствуй, Юля. Доброе утро. А все-таки интересно, где лягушки зимуют? Может, в теплые края улетают, как ласточки? Вообще, друзья мои, лягушки зимуют прямо под снегом. Да? Да. Хотя подождите, была одна лягушка... путешественница, которая летала по небу. Вот, Шунь, вот была, все-таки была. Только это сказочная лягушка. Так про сказочную же еще интересней послушать. Давай, Юль, скорее рассказывай нам про нее. Обязательно расскажу. И про тех, которые живут в нашем Шишкином лесу тоже. Верно, Шунечка, и про тех, которые живут в других странах. Вообще, друзья мои, разновидностей лягушек очень много. Их объединяет одно. Они прекрасно себя чувствуют как на земле, так и в воде. Поэтому их называют земноводными. А я видела, как они прыгают с берега в озеро. А я видел, как они смешно скачут по травке. И громко квакают вот так вот. Ой, Шуня, здорово у тебя получается. Ну, раз все лягушки еще спят, хочешь быть в моей игре царевной лягушкой, а? Очень, очень хочу, Коксик! В Шишкином пруду живет зеленая лягушка, которая большую часть времени проводит в воде. Ой, а я видел, честное слово! Я верю, Коксик, я тоже ее видела. И я! Они еще высовывают свои головы из воды и смотрят, что там делается. Ну да, такие любопытные! А на полянке, недалеко от пруда, живет бурая лягушка. Да? Да, она очень любит понежиться в травке. С наступлением холодов и бурая, и зеленая лягушка впадают в спячку. Как медведи? Похоже, но только медведи сладко спят в своих берлогах. А лягушки на дне озера или реки. Они зарываются в ил и спят там спокойно до наступления весны. Вот там, где всегда тепло, там лягушкам не нужно впадать в спячку? Да. Конечно, не нужно. Там они резвятся круглый год. В этих странах, кстати, можно увидеть настоящих лягушек-гигантов размером с тарелку. Ух ты! Ой, да. Как страшно! А маленькие лягушечки бывают? Конечно, бывают, Шунечка. Размером с пчелку. Ой, такая мне больше нравится. Ага, только тебе микроскоп нужно будет с собой носить, чтобы ее разглядеть. Ее и так можно видеть, Коксик. А есть еще, друзья мои, древесная лягушка, которая лазает по деревьям. Интересно, а как она не сваливается оттуда? А у нее на лапках, вот посмотрите,
есть специальные присоски. Действительно. И еще древесная лягушка – известная певица. Только песня у нее странная. Она как будто бы металлическим молотком бьет по железной крышке. Бум-бум-бум. Ничего себе песенка! Бум-бум! Поэтому ее и прозвали кузнецом. Вот они все умеют, лягушки. Петь и по деревьям лазать. А летать не умеют. Поняла, поняла, поняла вас, друзья мои. Пришло время рассказать вам сказку про летающую лягушку. Ой, да, да. Расскажи. Она так и называется. Лягушка-путешественница. И написал ее писатель Всеволод Гарша. Да. Итак, слушайте. Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошек, а весной громко квакала со своими подружками. Но однажды на болото опустилась стая уток. Кря, 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 лететь еще долго, надо отдохнуть. Уже холодно, скорее на юг, на юг! Лягушка высунулась из воды. Госпожи утки, а что такое юг? И много ли там комаров и мошек? На юге хорошо, кря-кря, там тепло. А мошек целые тучи, кря. Обрадовалась лягушка. Ква-ква, возьмите меня с собой. Пусть две утки держат в клювах прутик, а я уцеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала. И все будет превосходно. Ква-ква. Так и сделали. И стая поднялась высоко в небо. У лягушки даже дух захватило от такой высоты. Смотрите! Смотрите! Утки лягушку несут! Вот так чудо! И кто ж придумал такую хитрую штуку? Это я! Я придумала! Я! И с этим криком лягушка бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. А местным лягушкам она сказала: я заехала посмотреть, как вы живете. Пробуду вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила. Но утки не вернулись. Они подумали, что лягушка разбилась, и очень жалели ее. И мне тоже лягушку жалко. Так и не улетела она на юг. А не надо хвастаться. Я. Ой, а пойдем на прогулку, а? Заодно и посмотрим на пруд, где наши лягушки зимуют. И потом поиграем в лягушку-царевну. Точно. Ты обещал. Да. Только сначала, друзья мои, давайте попрощаемся с ребятами. А, ну да. До вечера. До свидания, мальчики и девочки. Всего вам доброго, ребята. Храни вас Господь. Всякий глядит, да не каждый видит. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.